Полиция американского штата Флорида ведет расследование инцидента со стрельбой в Майами. Здесь в воскресенье два человека были убиты и более 20 получили ранения, когда банда из трех человек открыла беспорядочную стрельбу по толпе рядом с местом, где проходил концерт. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Один из них находится в критическом состоянии. Вооруженные люди скрылись с места происшествия на белом внедорожнике. Полиция разыскивает злоумышленников. Альфредо Рамирес, руководитель отдела полиции по округу Майами-Дейд, назвал случившееся целенаправленным и трусливым поступком. Подобные трагедии не останутся безнаказанными, заверил он. В апреле американский президент Джо Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия в США эпидемией и международным позором.